Иран запустил производство центрифуг по обогащению урана. Полностью восстановлен тегеранский ядерный реактор. Иран заключил контракт с одной из европейских стран с целью дальнейшего его укрупнения. В Иране открылся цех по производству центрифуг по обогащению урана. Об этом сказал глава организации по атомной энергии страны Али Акбар Салихи, сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на иранские СМИ в понедельник, 10 сентября. Отмечается, что цех оснащен современным оборудованием и был запущен по указанию верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Салихи подчеркнул, что открытие цеха по производству центрифуг вписывается в рамки совместного всеобъемлющего план действий СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы. Он также отметил, что Иран может приостановить выполнение части обязательств по СВПД, включая объем и уровень обогащения урана, и даже выйти из сделки, если его экономические интересы не будут в полной мере соблюдены. Вместе с тем, Салихи выразил надежду, что такой сценарий никогда не будет реализован. Глава организации сообщил, что иранские специалисты полностью восстановили тегеранский ядерный реактор и что Иран заключил контракт с одной из европейских стран с целью дальнейшего его укрупнения. Напомним, договор СВПД был заключен 14 июля 2015 года шестеркой международных посредников, 5 постоянных членов СБА ООН и Германия, РЕД, Ираном. Он существенно ограничивает деятельность Тегерана по обогащению урана в обмен на снятие с него санкций. В мае этого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.